Добрый-добрый день. Я вышла в город. Морозы, погода чудная, вышло солнце. Я вышла, иду в 28-й мой купить фильтры для моей кофемашины. Они закончились, а я утром не могу. Утро не начинается без кофе. Вот, а потом я пройду через вокзал, и мы посмотрим, как он изменился. Его же улучшали, обновляли, там шли ремонтные работы. Наш прекрасный Сабунчинский вокзал. Вот наша прекрасная площадь перед Сабунчинским вокзалом. Я купила фильтры. 1-4. В моле можно не пытаться снимать. Сразу побегут за вами, заставят все стереть. Переходим дорогу. Памятник Джафар Джабарли. Вокзальная площадь полна машин. Здание старого вокзала. Отреставрированное. Похоже, что-то открыли вот на бывшей вот этой вот маленькой пятачке. Сейчас пойдем посмотрим. Нет, пока там много строений, но я не решила снимать. Очень некомфортно снимать в центре. Везде милиция, полиция, объекты, банки, везде секьюрити. Я выхожу к садику Самеда Бургуна и двигаюсь домой. Сняла очень мало, но, честно говоря, очень некомфортно, поэтому я ничего не сняла. Все, вот так наш садик. Какие толстые деревья. Это чинары. Платаны. Чудесный садик. А напротив бывший садик Ленина. Он заметно поредел. Но ничего, все равно хороший. Там тоже живут попугаи. Очень часто они перелетают из садика в садик и вообще носятся по улице Гаджибекова, около Дома правительства. Я стою и удивляюсь, почему люди не поднимают голову наверх и не видят, что над ними летит стая попугаев. Причем не маленьких, а хороших, крупных. Ну вот, это садик. Сегодня замечательный день. Это 28 мая. О, какие деревья. Великаны. Пойду потихонечку домой. Всем желаю хороших выходных, хорошего настроения. Чтобы успешно делали все дела. До свидания, до новых встреч. Пока. Сошла. В овощном магазине. Красиво все как есть. 50 лавашин. Тут, оказывается, сидят львы. Что это было за здание, я не знаю. Такие красивые порталы. Здание, где разрушенная мельница. Вот оно. Ну все, пока, до новых встреч!